Впервые на лошадь Валерия Сазанович села еще в раннем детстве. Ее мама – тренер по конному спорту в Вздюшор номер 2 города Лиды. Все свободное время девочка проводила вместе с ней в конюшне и на поле. А с 7 лет сама начала профессионально заниматься этим видом спорта. Если честно, я не хотела, чтобы она занималась конным спортом, зная, как это тяжело, зная, насколько это надо жертвовать всем своим личным временем, свободным временем. Потому что не остается. Если ты хочешь добиться результата высокого, то времени свободного не остается. Я не хотела, я попыталась ей показать, но когда она с детства вместо больничного с мамой на работе и через забор ты подниз голову высунет и смотришь, что там дети остальные делают, то было, ну, странно, если бы она не пришла. Но лошадь карабкалась сама. И после первого падения, я думала, отбила желание заниматься вообще. Но она слезла и сказала, на тебе я больше кататься не буду. И на следующую полезла. Ну, у меня очень хорошие эмоции. Даже когда ты приезжаешь в плохом настроении, лошадь его в любом случае поднимет. Вот, конечно, бывает и не очень продуктивные тренировки. Настроение может еще хуже испортиться, но не часто такое бывает. В конном спорте важна не только физическая и психологическая подготовка наездника, но и его умение найти общий язык с лошадью. Эти грациозные животные очень умны и обладают собственным характером. Валерия тренируется и выступает с несколькими лошадьми, и каждый у нее свой подход. Ее зовут Галатея. У нее, ну, довольно хороший характер. Детей она не любит. Кто подходит сзади, тоже не любит. Ну, в общем, она честная, впрыгает с любого положения. Вот есть у меня еще вторая лошадь, Пирха. Вот у нее, ну, свой характер. Она может просто, нет, не хочу, не буду, и все. И попробуй заставь. Уже несколько лет Валерия успешно представляет свою школу на соревнованиях. Больше всего ей нравится преодолевать препятствия на различных маршрутах, каждый раз покоряя новую высоту. В копилке спортсменки не один десяток наград. У меня соревнования, ну, в этот год, прошлый год, довольно хорошо проходили. В этом году я забрала на первых соревнованиях 6 медалей, и на этих тоже 6. Начала я с 18 года ездить на соревнования. Вот. В коробчице, в вертелишке ездили, в новогрудок. Ну, в новогрудке не очень получалось. Но в вертелишках, в коробчицах было лучше. Соревнования мы вот в этом году мы первый раз выехали на республиканские соревнования. Не было возможности немножко. Вот, и лошади немножко готовились. Вот это 3 года, когда мы проводим свои соревнования. Мне было 10 лет, и мы вот только последние 3 года. Вот за этот этап, вот, который проходил, получается, мы прошли, ну, очень много работы было сделано и для детей. И у нас уже даже получилось в этом году выехать на республиканские. Мы ездили в Палачаны, где Лерка заняла 2-е место по 2 дням, и 5-е было на второй день. Но там выступало, то есть было 150 пар, то есть конкуренция была со всей республики. Валерия Сазанович не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая ее цель – высота в 150 сантиметров. А пока она ежедневно тренируется, чтобы преодолеть все препятствия на пути к успеху.